Всем добрый день. Добрый. Друзья, у нас идет подготовка, музыкальное сопровождение. Это самый известный певец Лерник. Громко сказано, конечно. Нет, не громко. Уже твои песни слушает весь мир, по-моему. Очень приятно. Очень вот, приятно. И мы слушаем, очень нравится. Сегодня вживую послушаем. Я очень рад. Виталик, ты тоже нам исполнишь что-то? Все, испоем, конечно, обязательно. Так начинай уже. Че тянуть? Вот и Галина. Сегодня нам Галина будет гадать. Да. Сегодня мы не готовим, сегодня мы гадаем. Гадаем? Да, счастье. Угадай, что готовим. Мясо готовим. Галя, 2 миллиона подписчиков. Спасибо огромное. У него, Галя. Он только с миллионниками разговаривает. Очень приятно. Окоп от имени Окоп. Вот, друзья, смотрите, Михайлик какие-то чудеса творит. Расскажи, что ты делаешь. Это куриные крылья в брусничном соусе. А, кстати, я тоже активно использую брусничный соус, но барбекю. Барбекю, да, но у меня нет, кстати, другой еще... барбекю, поэтому будет просто брусничный соус, который я нашел в Пятерочке. Да, беру подбекю. Кстати, я уберу там же. Ну вот у меня в последнем ролике я сам соус сделал на основе виски. На основе виски? Да. Вот в моем последнем ролике мне подарили вейпер, и я там сделал соус, сам варил. С вискарем. Надо будет посмотреть. Так, у меня нет ложки, поэтому сорян. Это впечатление. Так вкуснее, конечно, получается. По-свойски. Это что-то оригинальное. Это дижонская горчица. Дижонская горчица, куриные крылья, перец черный, сухой чеснок и брусничный соус. Портят ножи. Да не портят. Портят. Смотрите, портят ножи, короче. Пойдем готовить. Нет. Взял, испортил хорошие ножи. Какой нож я испортил, а? Ну если тот тупой, как валит. Люди сидят. Не просто отдыхают. Молодцы. Наших подмороженные, но будем пытаться все-таки его как-то разделать. Может, его сожарим. Разморозим в Казани. Девочка,
Добрый день, дорогие друзья, добрый день! Давайте собирайтесь на площадке, где сцена, где дегустационный стол. Сегодня будет очень интересно. Сегодня у нас ведущая Вика, канал «Деревенская жизнь» на Кубани. Приветствую! Всем-всем добрый день, дорогие друзья! Красава! Я и левша, и правша одновременно. Вот здесь, конечно, сложновато. Да, мы недавно здесь купали, 42 градуса. Георг, позолоти ручку. Галя, погадай. Предскажи будущее. Она уже погадала, кстати. Много кто не слышал. Зрители, посмотрите, сколько подходит. Да, она погадала, что в феврале будет у меня канал уже миллион. Будет, друзья! Будет, будет, конечно, будет! Чего и всем желаем нам! А, давайте еще позовем издалека, там есть канал такой, очень интересный, интересный человек, канал Волоха! Подтягивайся к нам, бру! Бурная... Там вилочки от нас. Нелегкое это дело, разделка барана. Аж мясо сюда отдай. Так должно быть. И раз, два, три, два, раз. Все подходим на дегустацию. Рыбка у нас на столе. Да, друзья мои, рыбка от Волохи на столе. Подходите, попробуйте. Вот, можно подойти, дегустировать, как это вкусно, красиво. Не стесняйтесь, значит. Рыбка будет подаваться в течение вечера. Друзья мои, я когда свой первый подход начал по встрече подписчиков, это был канал «Инфовидео» в Барском Ленде, в Троицке. Ребята, Дима и Олег готовят в гараже. Гараж непростой, вообще изумительный. Заходишь, здороваться забываешь, что все есть, все по тысячу. У тебя 100 тысяч уже давно было, правильно? 170 уже. Да, уже 170. Кнопка потерялся, мой дорогой. Нашли кнопку. Ух ты! Ёшься, дай пусть сам. Кнопка! Спасибо им за видео. У Георга, да. И кто говорит, что моя кнопка потерялся? Это его брат близнец. Он нашел, что не нашел. До Саратова. И вот она. Спасибо, друзья мои. Спасибо огромное. Видео Олег, Дима, замечательные ребята, так что приходите. А я тут вашим оператором стала, случайно. Да, я заметил, спасибо большое. Друзья мои, когда я первый раз был у Инфовидео, они вручили золотой шампур. Они сказали, что первый человек в мире приготовил шумуляк с закрытыми глазами. А теперь все, у меня есть кнопка YouTube. Так что огромное очень вам спасибо. Очень классно. Ребята, спасибо огромное. Замечательный подарок. Канал Инфовидео. А кто еще не подписан, давай подписывайтесь. И будет вообще... Ребята творят чудеса. Чудеса, гаражи. Там такая компания собирается порой. Хочется прямо через экран нырнуть в этот гараж. Атмосфера классная и здорово. Ну а мы переходим к следующему нашему фудблогеру. Георг, представь. Давайте представим, вон там чувак, короче, с топором. Там... Орудует, да, чувак с топором. Это канал... Канал Окопов! Бурные аплодисменты, уважаемые друзья, канал Окопов. Пойдем. Он придет. Да, какая эпичная музыка! Друзья мои, я его дал банку. Я его уже год не могу вытягивать сам. Он сам пришел, как говорится. Слушай, ну еще не успел подписаться каналу Окопов.
Вы знаете, какие у него вкусные рецепты? Как он сегодня будет готовить вкусную шашлаву? Друзья мои, когда одна девушка, которая пишет отличные стихи и всякие произведения, она написала стишок для Георга в честь вот этого сегодняшнего праздника. Вот я хочу его прочитать. Если вы 2 минуты меня послушаете, я долго не задержу. Здравствуй, друг мой, Георг Абгарян. Дорогой наш YouTube-кулинар, ты сегодня у нас вместе собрал на Саратовский футбол-фестиваль. Благодарен тебе я за встречу, за радушный YouTube прием. Рад я видеть здесь Галину кухню. Имко видео, бон аппетит. Сержа Марковича, к сожалению, нету. Мистер Гурмана, конечно же, Вороху и еще многих-многих других. Ну а тех, кого нет рядом с нами, пригласим еще в другой раз. Не могу передать тебе словами, как хочу я всех вас обнять. Мы с тобой больше, чем блогеры. Мы готовим с душой для друзей. Мы преследуем цели высокие. Объединить всех хороших людей. Пусть проявят таланты футблогеры для подписчиков и для гостей. Пусть мангалов доносятся тонкие ароматы готовой еды. И царит атмосфера веселья, чтобы бокалы полны до краев. Чтобы тосты звучали напевно, еще много счастливых часов. Огромное спасибо. Очень рад тебя видеть, Саратов здесь. Твои чудеса, мы еще у нас, да, вы еще узнаете, на что он способен. Способен он на очень-очень многое, да, давай это... А сегодня мы приготовим много вкусного. Кстати, да, это подарок, я еще, сейчас уже подарки готовы, так что это подарок тебе от канала у Георга, там... Много всего интересного. Ну, подписываемся на канал Акопа в YouTube. Друзья, все, короче, барана мы разделали. Сейчас будем, и суть того, что, короче, рецепт у нас будет необычный. Мы овощи для хашламы не будем нарезать сырыми, мы их сначала сейчас пожарим на мангале. Для этого мне надо сюда нанизать на шампура. Мне нужен будет перец. Песня хорошая. Они с тобой смеются с родного. Ты делаешь подарки, их не спешишь. Помогаешь ты, дружь мою, дорожишь. Приходишь, помогаешь им ведь. Плачешь от друзья сегодня в день. Когда не на машине долга, ты ходишь по земле не в облака. Ты присмотрись, кто рядышком с тобой. Сделаем такую вкусноту. Это будет хашлама, но необычная. Вот, покажи, как мы это делаем. Жарим, да? Да, мы хашламу готовим необычно, нестандартно, потому что мы любим готовить все нестандартно. Сначала овощи мы обжарим, и нам потом почистим, мы уже сделаем вот такую. Это будет прям вообще по-настоящему армянский. Мы же армяне любим овощи, да. Новые профессии осваиваем. Поснимайте друг друга. Есть влажный воздух. Все делаем в полевых условиях. Под отличную музыку. Готовить будем сейчас 100-литровом казане. 100 литров. Как вас, 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 как в
Тихо. Друзья, кстати, отличный класс. Курдючок остался. Разделали целого барана. Не получше, не получше. Курдючок. А сейчас ты его обжарь, зажарь. Можно зажарить. Ручку. Но я не ем, правда. Сегодня у меня пост. Я ем. Да, и я. Очень вкусно, когда выжаривается, да? Вот самый вкусный. Серега, что ж ты делаешь? Смотрите, что вы творите, а? Что ж я сегодня буду слюной давиться? Я сегодня слюной буду давиться. Снял вот один дебют. А как они готовы? Что они получают свариваемые? Да, их надо обязательно варить от часа 20 до часа 40. После этого сливаем водичку в ледяном случае чтобы они были чистые. Потом охлаждаете, понятно, значит, задача сначала нужно сварить, поварить там около час 20, да, а после этого уже добавляем все эти специи. И это... Ну как процесс идет? Смотрите, что они творят тут. Давай, мы потом посмотрим, как это делается, и уже попробуем расскажем вам, насколько это вкусно. Мурат тоже знает толк не только в этом блюде, а вообще специалист. Красавчик. Со мной сегодня и сегодня мне везет, но я знаю точно, судьба придет. За твою улыбку и за глазки весны. Чужие... Нормально, наверное, вот такие. С пивасиком самый раз. Да, под пиво должно закатить только в почве. Что ты готовишь здесь? Крылья в брусничном соусе готовлю. Пока нам что похавать и от Кости, от нашего дорогого друга. Ой, ну конечно же, Костя не мог приехать с пустыми руками. Посмотрите. Ух ты, ух ты, ух ты, друзья. Афганский казан. Это сколько литров здесь? Написано 50, а там 29. Афганцы толком уж считать так и не научились, да. А, не по-русски считают? Сразу на большую компанию. Вкуснейшее блюдо я пробовала на встрече у Галины, когда готовили в этом афганском казане. Шикарное. Дома тоже пробовала. У меня, кстати, есть от Константина такой же подарок, только в литрах немного поменьше. Хотя, по большому счету, кажется, как раз бы мне такой казанчик и подошел. У Кости есть такой немножко такая мания, как он любит закидывать в дома, какие раздаривает всем казаны. Через каналы. Ну, в общем, и всю Россию закинул, залил казанами. А у кого еще нет, казана, котелка, тогда обращайтесь в канал, что похавать. Спасибо, дорогой, и это тебе сегодняшние подарки. Подписывайся на канал, что похавать. Друзья, смотрите, Мурат готовит языки хейтеров. Канал называется «Тихон готовит и путешествие». Куда там он путешествовал тут же, только был здесь. Да, друзья мои, очень интересный канал. Он сейчас, наверное, расскажет. Так, и смотрите, Сусана.
Когда готовишь шашлык, надо обязательно выпить пиво. Он пищу растет, чуть сильнее. Потому что если не выпить вот этого пива вятель, то хашлама не получится. Мясо везде стреляет, так что это... И сегодня будет стрелять мясо, видишь, что будет. Что, друзья, спасибо. Канал Тихон готовит и путешествует. Друзья мои, подпишитесь, кто надо еще Мурату не успел, это подарки от канала Георгия, друг мой. Вот еще есть пиво Рижское. Там что, с половинкой? О, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, конечно же, все ссылочки на все каналы на останутся у всех, давай, кто сегодня снимает на камеру, внизу, в описании, под видео. Так что переходите и подписывайтесь, поддержим друг друга, ведь у нас настоящая дружба. Зелень не режем мелко, ложим так, чтобы она дала свой аромат, а потом уберем ее. И добавляем сюда самый главный ингредиент. Без него не получится. Георг. Ну все, тебя ждем, пока все это сварится. Пока нет, не мешаем. Сейчас варится. Я думаю, мы даже сейчас увидим. Круто, круто, круто. Диман, сними поближе. Ребята, нас уже 7 человек смотрим. Круто. Присоединяемся. Горчица. Горчица. Это мы не мешаем. Попытка номер два. Раненый много, поэтому пусть нормально проварится. Целый барашек, это круто. Все полтора. Целый барашек, что можно попробовать, да? И только пробуй. Есть. Мне кажется, каждый по чуть-чуть попробовал, уже ничего не осталось. Ну, такое количество людей. Заметьте, здесь 15 килограмм барашка. Опа. Целый барашек, который мы разделали. Целый? Целый ушел. Тушка, целая тушка, которую я сам разделил. Обалдеть. То есть 15 килограмм баранины и получается 15 килограмм, наверное, всего остального, да? Ну, еще 15 килограмм, а килограмм 5. Я держу одному, да? Нет. Так, слоями наложили мясо. Но самое главное здесь, да, это мясо. Мясо не только, самое главное здесь все. И овощи, и пиво. Самое главное здесь пиво. Серега, а сколько готовить примерно по времени? Часа полтора-два, да? Ну, можно варить побольше, тогда превратится в то, что он будет помягче. Полтора часа достаточно. Окей. Понятно. Вот такая пустячка. На самом деле, я еще хочу добавить, смотрите, я скажу. Это блюдо считается очень полезным, потому что здесь нет никакой зажарки, это все натурально. Мясо, овощи, зелень. А этот бульон, он целебный, его просто пьешь и 100 лет жить будешь. Это будет хашлама. От чего это целебность? Это очень полезно для здоровья.
говорят, бульон, который даст барашка, овощи, все. Это очень полезно. И вот его наливают в стаканчик. Специально. Бурные аплодисменты! Чистое золото ассамблея! Чаще! Подарок нашему лучшему блогеру Георгу! Подождите, я не принес, но я уже обязательно хочу. Мы вас благодарим за ваше гостеприимство. Понятно. Так что, если хотите 100 лет жить, берите рецепт у Сергея. На спасибо, дорогой Стас, спасибо, дорогой человек. Да, вы не представляете, сколько заслуга, сколько добрых слов вы сказали. Так что, друзья, научитесь, как приготовить правильно хашлаву, которая действительно сделает вас крепким и здоровым на 100 лет. Приготовить его так вкусно. Это древнее армянское блюдо, когда еще в старые древние времена люди просто брали барашка. Так что приезжайте, отдыхайте, только вас заплели. Доступные цены. Спасибо. Так что, дальше будем пробовать. Скоро будет дегустация. Абсолютно. Что будет на вашем канале? А у меня уже есть на канале, у нас есть спорт. Я выставлял там, как я ездил в Америку, как привозили на Арнольд Классик. Нашу спортсменку Екатерину Зайцеву. Точно же там есть, я там старался вот так вот, как с Георгом, сейчас с Арнольдом Шварценеггером. Но в последнее время там появилось очень большое количество информации о том, как правильно надо готовить блюдо из мяса. Поэтому я просто посмотрел на Георгия и понял, что на самом деле в душе, может быть, вот по жизни я спортсмен, а в душе я кулинар, повар. Так что мне это очень нравится, я, честно говоря, очень рад, что я нахожусь в этой приятной, красивой тусовке. Мне, ребята, с вами очень и очень приятно. Всех вас люблю. Слышишь звуки, это нам с тобой поют музыки, чтобы взяли здесь и мы за руки в танце ты и я. Слышишь сердце, твое бьется словно радость детства, нам с тобой напомнят эти звуки струн. Обваривается все кипятком, и они уже готовы. Их можно нарезать. Мистер Фишер, посмотрите, ребят. Да, это я. Их можно потом просто это. А ну как, яичку сделать или так обжарить на сковородке. Олег и Дима Импо здесь, ребят. Здесь они, здесь. Скажите пару слов. На наши еще подписчики. Очень здесь все хорошо, все шикарно, великолепно. Мы очень довольны, что приехали. И мы очень рады. Мы очень рады. Да, здесь очень весело. Смотрите наши каналы. Вот так вот. А мы постоянно рады, в свою очередь, таким позитивным людям, как вы. Спасибо, ребят, что приехали. Вам спасибо большое, что позвали. Вот, что очень все вкусно. Вообще, ну, молодцы. Видите, еда объединяет людей. Да, да. Получается так. Серега, ну что там с легендарной хашлавой по-моповски? Я думаю, минут 15 мы сейчас достанем ее. Кстати, нам нужна посуда под него. Посуду найдем. Давай уже. Ищи посудой будем доставать. Все, я пошел. Полуха, скажи пару слов для наших зрителей, подписчиков. Я всем зрителям канала Окопов передаю большой привет. Серега в последнее время вообще поднял уровень своих видео качества. 2 метра добра. Всем спасибо, друзья. Всем спасибо большое. А мы готовим рыбку. Пойдем, я покажу, что мы готовим. Понюхай немножко запах. Полный год назад Георг открыл свою замечательную кафе. Сегодня ровно 3 года. С чем вас, дорогой, и поздравляем. Да, спасибо большое. Я смотрю, вам такого красавчик. Тут такую барашку готовит. Ух ты, мама. Да, если сегодня с вами был Жорж, он очень сильно хотел канал Жоржа, но так как границы закрыты не получился, передадим привет нашему многоуважаемому, дорогому Жоржу Кевджан. Я знаю, что мысли рядом с нами, и
Мы тебя ждем в любом случае. В следующем раз, когда соберемся, следующий, когда дороги откроются, ты обязательно приедешь сюда, и мы встретимся. И мы сделаем вкусно, замечательно и здорово. Абхазская аджика, лимон, перец болгарский, помидор. Да-да. Я же уже делал только сейчас. Друзья, языки хейтеров. Мы тоже не пробовали. Я хотел на соль попробовать. Сам не успел, если честно. Гурман знает свое дело. Что делаете? Через себя? Когда хашлама будет? Победитель. Серега. Красота. Мурат будет творить чудеса. Красота. Будем кушать языки хейтеров сегодня. Так, ну-ка все дружно. Прошло часа полтора уже, я думаю, все должно быть готово. Вот посмотрим, как эти кости отходят. Я рекомендую, на самом деле, всем попробовать вот эту жидкость. Налить ее в стаканчик и сделать пару глотков обязательно. Только надо действовать быстро. Да. Отходите, отходите. Очень горячо. Железная. Видишь, как подошла бы, я не помогла. Нам не привыкать уже. Не только гадать, еще и мысли в голову шикарные. Гадать, не догадалась. А, точно. Молодец, она знает, что надо делать. Просто то уронишь. Кошечки тоже должны кушать. Кошечки, собачки. Ребята, кошлама. Держи в руках, Серега. Ой, какая запах. Держи в руках, Серега, сюда. Серега, на сюда. Так и стой. Языки ты и так. Баранин? Шашлычок вот сейчас как раз. Это был целый баран. Целый баран? Вот ребрышко, можно вот это? Прямо здесь разделывали. Я видела, да. Посмотрите, вон там он как раз. Серега, ты нам сделаешь потом отдельно такой для меня, Галинки, для нас, для блогера? А то нам ничего не досталось, нас никто не кормит. Можно, да? Можно резать? Там еще Алла бедная ходит. Я говорю, так жрать хочу, а мне ничего. Я говорю, а что ты ходишь? Мы сейчас это поставим, потом все вместе покушаем, да, Георг? Да. Он тоже, кстати, не ел. Это музыкант. Давай я лучше вот так музыкантам там поставили, Георг, отнесли. Ашламу. Ну-ка, пробуем. Друзья, сейчас давайте заценим, что приготовил братец Акопов. Валяются там.
На здоровье. Я ребрышко. Попробовали? Лёша, как ломает что-то. Понравилось? Я вообще баранину в принципе не ем. Я не понял, что это баранина сначала. Бульончик попейте. А? Бульончик попейте. Да, стаканчиком. Вот люди пьют, всем нравится. Сейчас попробую. Это вообще, очень полезно. Вообще баранину в принципе не ем. А это что-то. Обалдеть. Это вкусная баранина. Очень вкусно. Сейчас иди покушай. А? Иди покушай. Я твой подписчик. Тебе надо больше всех покушать. Иди, там барашка готова, Сергей. Барашек иди покушай. Он нам на столе лежит. Опять костер. Да, это уже для люля. Вот помет люля. Что? Иди барашка попробуй. А? Иди барашка кусочек съешь. А? Я вообще вылетел, у меня батя. За ингредиентов. Там шурба, это картошка и баранина. Да, и баранина, да. Можно с вами? Там овощи. А здесь баранина? Можно с вами? Да. Фиксируется. Конечно. А тут кучка. Идеальный барашек. Пошла по полу, просто. Просто правильно, что боишься прокладывать, потому что это может передаваться. Там есть моменты в этой жизни, иногда и уголь не нужен, чтобы даже он уже нагрелся мангал так, что... Юр, скажи, ну мясо все-таки насаживают или нанизывают? А нанизывают. Насаживают, да. Нанизывается это другое. Сейчас будет много-много шашлыка. Даже как... А им по видео попробовала хашламу? Хашламу нет, к сожалению. Почему? Нам не досталось. Как, она есть еще? Погнали. Да-да, погнали. О цене, мало это ни к чему. Снова к друзьям я знаю и убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Не-не, это индейка. Опа-опа, вот видите, смотрите. Говорит, не падай. Друзья, это Серж. Самый преданный подписчик. И самый добрый человек на свете. Спасибо. Саша, что ты готовишь? Я делал сегодня баты.
уже. Это купаты, да, меня спрашивали, я говорю, колбаски, купаты. Это купаты. С ним вот прям вон, смотри, как все булькает, бурлит все. Вообще прелесть. Ты пробовал? Я все пробовал, все по чуть-чуть. Все супер, на самом деле сегодня вкусно. Слушай, все. Тут, на самом деле, вот ребята люля сделали, я вообще в восторге был. Я прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей. Это время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей. Может мне не хватает уже. Вот поеду в наш корабль. И ласковый глаз. Что поет у меня на душе. Может, ей не хватает сейчас. Сергей, спасибо за кашламу. На здоровье. Бульон был бомбический. Я старался. Молодец. Все для друзей. Молодец, братан. Как он меня стригет, как мы с ним вообще, с Сашей, он там общаемся. Друзья, кто еще не успел подписаться, сейчас мы покажем вам, хочу, чтобы это Юр. Ну вот, я вот смотрю вот этого красавчика, мистер Гурман. Какой гурман, прямо так все хорошо, но есть кое-что, что нуждается в твоих знаниях, услугах или там волшебстве, волшебства. Знаешь, там за 3 минуты обалденные бороду красиво. Видишь, он не подготовленный, там не подставы. Это живой человек, он в Москве. Да, вы понимаете, как он начал кусать. Если гурман, потом тебе твоя команда не узнает. Что еще раз? Повыше, пониже. Сидели. Йорк творит чудеса. Кстати, да, Георг, сколько здесь по весу? По весу сколько идет? В килограммах. Сколько? В килограммах. А то и побольше, может быть, даже. Не, ну здесь же сам шампур же весит тоже. Конечно. Знаешь, что будет? Шашлык хорошее дело, но без вина это не то. Но вот такого мы не видели еще никогда. А ну, Георг, подержи фотографию. Браво, браво! Георг, браво! Пойдемте пожарим. Стой, 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 стой! Это мясо? Мясо. Георг? Да. Скажите, да.
Поможешь, давай. Следующие будут делать закрытыми глазами смертельный номер. Зачем? А зачем тёртый без люля? Во, зачем вопрос, вопрос, брат, да. Вот теперь подходите, Так, подходите, люди, добрые. Браво, 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 подходим, угощаем. Налетай! Давайте, давайте, ешьте, очень вкусные люля. Есть кто-то проводит? Давай, попробуй. Ёж, что нужно помочь? А, надо держаться одного конца и второго конца. А? Держите. Сейчас.
Дети! Через прямую не возьмем. Подписывайтесь на канал Акопов. И канал Бон Аппетит. Ссылочки будут все внизу. Вы подписались на наши каналы? Обязательно. Вот. Сзади, читайте сзади. Да. Все круто, ребят. Подписывайтесь. Реально, на Серегу, на Акопова, блин, вот так вот. Приятно слышать от имхо видео. Мероприятие просто офигенное. Я, знаете, приехал с Москвы, вот, честно говорю, вот, это такие небольшие эмоции, я отдыхаю. Видите ли вместе? Отдыхаю душой, честно. Просто кайф. Акоп, брат, скажи, у тебя эти блюда не заканчиваются сегодня? Уже ночь на дворе. Друзья, смотрите, короче, человек готовит целый день. Не сдается. Он не сдается, да. И люля сегодня не заканчиваются. Друзья, на улице уже ночь, а люля еще жарится. Акоп не сдается. Пивко попивает и люляшки жарит. Приеду к тебе на обучение, Акоп. Или ты ко мне приедешь. Просто приезжай в гости. С большим удовольствием. Также и вы ко мне приезжайте.